Прохожу я центральную улицу Сербии. Похожее что-то на Арбат. Такая центральная улица. Мне написали ребята по теннису. Ну, они думали, что там у них будет недобор. И, в общем, чтобы я с ними поиграл. Вот. У меня сейчас ракетки нет, поэтому просто позвали посмотреть хотя бы их уровень. Я прохожу вот такой торговый центр. Вот он. Наверное, самый центральный здесь и популярный. Ну так вот, у меня нет. Даже не знаю, как себя оценить, но я вообще оцениваю себя как новичок. Но при этом как бы играю, ну, нормально играю. Средний, наверное, уровень. Ну, конечно, не какой-то мастер, но я все-таки считаю, как бы, ну, не. Вообще не совсем плохо. И вот тут рядом с этой улицей есть парк. И там есть теннисные корты. Вот сейчас я туда иду. К ним посмотреть. Они мне не написали, какой у них корт, на каком поле они играют. Вот, поэтому приду просто с... Я не знаю, как я их узнаю, но, в общем, как-то узнаю. Их точно должно быть, наверное, 4 человека. Вот. Ну, как-то, в общем, сейчас буду там смотреть, какой... Кто такие. Попробую найти, не знаю, что там будет, в общем, ну, сейчас посмотрим. Вот перехожу я улицу. Тут вот бездомные собачки. Вот так вот сегодня покойника сидит, наш годный чал. Вот такой вот парк. Я тут должен как-то идти наискосок. Но я что-то это наискосок. Совершенно не вижу эту тропинку наискосок. Поэтому мы идем по прямой и потом пойдем вправо. Вечером что-то тут совсем темновато. Наверное, если не знаешь местности, то тут тяжеловато ориентироваться. У меня есть карта. Поэтому... Карта на телефоне есть. Вот, в общем, тут такие палаточки, скамеечки есть. Хотя бы не совсем темно. А вот там, я так понимаю, вон, освещено все это корты. Сейчас мы туда пойдем. Я, кстати, я смотрел по карте, думал, может быть, тут есть футбольные площадки. Нифига, футбольных нету. В основном одни баскетбольные. Вот, сейчас мы пройдем сюда. Вот как дальше вот идти? Вообще не понимаю, как туда зайти. Мне показывает, что мне надо вот это дело обогнуть. Давай-ка пойдем сюда. Вообще, короче, не понимаю, как туда идти. Он показывает вот это здание. Надо обойти. А где вход туда? Вау. Сейчас мы спустимся вот сюда. А, ну вот тут. Вот как-то так. Вот тут, ребята. Вот такие вот тут корты. Понятно. Там, короче, ребята, тут вообще не особо. Это вообще его тренер, понятно. Так,
Понятно. Ну нет, это, короче, понятно. Все понятно. Так. Так, ну тут все понятно. Короче, как-то вниз надо потом спускаться. Но спускаться, наверное, это не тут надо. Потому что где-то дальше. Сейчас мы... Кстати, вот этот домик, это туалеты. Сейчас мы посмотрим. Тут. Только как сюда спускаться, я, короче, вообще не понял. А, вон оттуда, наверное. Оттуда надо как-то проходить. Понятно. Так. Так, сейчас мы здесь посмотрим. Понятно, тут, короче, тоже вот сейчас покажу. Тут какие-то иностранцы играют. Да, я. Да, привет. Привет. Короче, мы будем там играть. Ага. Вот, дубль. Вот я буду с Викторией, там еще будет Павло, который высокий там. Ага. Ну, он как бы как тренер. Да, ну, я понял. Ну, я так уж посмотреть как бы особо. Ну, да, 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 потому что у меня сын приедет в пятницу, он ракетку мне привезет, потому что я ему отдал две. Да, а я с собой, я думал взять с собой, но из-за вещей не стал брать, думаю, ну, там, когда время играть, а в итоге время есть. Я понял, короче, попросил себе отправить, и она в пути, в общем. Ага, тут главная, знаешь, какая тема была, чтобы как бы твой уровень как бы был, ну, совпадал. Ну, я выше, понял. То есть, чтобы тебе было интересно, потому что вот эта шкала до 6, мы с Викой разговаривали, понимаешь, но это как бы ни о чем. Но я себя тоже не могу прям так оценить. Я не какой-то там юниор или мастер, но я хорошо играю слева, справа. Если разыграю подачу, она тоже будет хорошей, и кто-то скажет, что это ну, высокий уровень. Отлично. Но... Ну, может быть, тогда знаешь, как попробуем. Короче, в пятницу приедет мой сын. Ага. У него будет ракетка. Либо здесь, может быть, есть, либо я у Павла возьму. Ну да, либо я в аренду, может, возьму. Ну, ну Вика может принести вторую. Ну да, да, я в принципе... Надо будет просто договориться, как... И ну все. Да. Потому что я вот не знаю, как сейчас посмотрим. Но я тебе тогда буду писать, если что. Ну да, 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 можешь. Сейчас просто посмотришь, как мы там. Ну, мы с Викой можем здесь немножко жить. Ну, я там вы смотрите, как сами. Я свободен по времени. Поэтому. А слушай, да, по времени, когда ты можешь играть? В принципе, я, грубо говоря, в любое время я могу подстроиться. Ага, все, понял. Отлично. Потому вот. Что я как бы, ну. Скажем так, безработный, поэтому я тоже могу. Там за исключением, может, одного часа в день. Ну да, вечером, я, там. К примеру, там у меня есть какие-то там непосредственно часы, когда я занят, там с утра, либо. Ну, если заранее договариваюсь, то я. Соответственно... Отлично, отлично. Ладно, договорились. Ну да. А получается, вход это оттуда, да, ведь надо да, заходить? Да, вход прям вот так вот. Ага, ты я понял. Можешь там на лавочке здесь посидеть, где мы будем играть. Ну да, я сейчас давай, я спущусь тогда, чтобы. Давай, да, вот так обходи. Хорошо. И проходи все порты, вот так открыть, тебе никто ничего не скажет. Да, 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 хорошо. Да, да, ладно. Все, сейчас я спущусь. Спущусь, посмотрим. Так, в общем, не, ну прикольно они сделали, смотрите, прямо внизу, вот вход.
И вот тут вот вход у них. Короче, вот так вот, такие вот корты. Они все... В общем, после матча все за собой убирают, очищают. Грунтовые, короче. Грунтовые, конечно, я не очень люблю. Ну, что же делать? Вот, в общем, вот такие вот. Это за собой тут ребята убрали уже, и они ушли. Всего 4 корта тут. Вот. Но сетка натянута хорошо, кстати. Ну да, это не работает. В общем, руками натягивают. Корты прикольные, но то, что они грунтовые, я такое не очень люблю. Но что делать? Это лучше, чем ничего. Вот, тут тоже за собой все убирают. Всем здравствуйте, Ренат. Да. Приветствую, Ренат. Ага. Слушай, ну садись. Ноль тридцать. Надо было мягче. Может на три? Тогда поменяемся. Прошу времени, что есть? Ай-яй-яй. Ваут все равно летел. Понятно. Угу. Подачи, Вадим.
Салт. Твенти сантиметр. Твенти. Yeah. Да, game off. Next game. А, сломалось, что ли? А, понятно. Я слышал, да, было. Мне кажется, не было ампакта, и он как бы так. Посмотри, он хочет такой уходящий будет. Ау! Так, вот. Эй. Я уже отбивать, я понял, что уже не смогу отбить, надо было резать, пока Павли подойдет. А пока ракетку повернул, уже все. Ой, хорош. Какой, а? Ну, конечно, да, мы поднимаем руки, но это было красиво. Просто хочу показать, какие здесь дома. Вот большинство они стоят, да, вот стенка к стенке, друг к дружку. Вот здесь вот, тут вот тоже плотничком. И вот эти вот дома тоже прям рядышком, и вот эти, там пристройка. Вот, в общем, аккуратненькие дома. Я сам сейчас иду на теннисную площадку к стенке. Вот тут вот такой вот, видите, гараж. Смотрите, какой хороший. Иду на площадку к стенке. Немножко подготовиться на завтра. Я свою ракетку не взял. Мне дали ракетку. Вот у меня есть она. В сумке. Немножко потренируюсь, потому что надо немножко удар поставить, в общем, чтобы руки все-таки вспомнили. Потому что совсем без подготовки, это я только там как раз подготовлюсь. А. О, машина что-то совсем приспустила. Вот, иначе совсем буду не очень в форме. Так-то я давно уже не играл. Вот, поэтому надо немного подготовиться все-таки. Вот. Погода хорошая, солнечная. Вот, в общем, иду. А дом находится, кстати, недалеко. Где-то один, ну, полтора, где-то почти 2 километра, так, плюс-минус.
Вот, в общем, я сейчас выдвинулся. Должен дойти. Вот. Тут вот такие улочки. Одностороннее движение. Дома все плотно стоят. Ну, прям очень плотно. Все, вот иду. Тут вот площадка. Я иду, а тут вот такое кладбище. Немножко вам засниму коротко. Вот такое кладбище аккуратненькое. Никаких заборчиков вокруг. Может, это, конечно, общее какое-то там после всеобщее захоронение. При этом у каждого крест свой стоит. Вот, в общем. Внешне. И вот колонны стоят. И вот такой забор. Слева такое четырехполосное движение. Трамвай есть. Он пока не едет. Вот тут велосипеды. Вот дорожка из велосипедов. Вот и жилые дома стоят. И вот такой вот центральный вход на кладбище. Вот цветы продают. В общем, вот тут вот туйки растут перед входом. И вот там еще памятник освобождения Белграда в 44-м. Вот. Тут вот снова цветочки продают. Так. Вот такие тут корты. Вот такие корты, не знаю, насколько видно. Ну вот, в общем, тут три корта. Тут раз, тут два и три. Короче, пришел я сейчас к стеночке. Тут вот сейчас разогревается, наверное, это. Наверное, это Павел. Хай! Он Павел, который был вчера. В общем, вот я сейчас дошел. Ну вот мне куда-то вот туда надо идти. Yeah, I go the wall. Yes. It's okay. Fine. Good? Yeah. Yeah, you have there. You can work 10 hours. Like Bruce Lee if you want. Okay. Enjoy. Something, let me know. You too? What? No, I just make some practice some kick serves. Okay. Yeah. It's good. Yeah, a little bit to improve, to specialize. It's nice weather there. Yeah, nice weather, everything. Not cold, everything good. Try to use the nature now, how it is. Yeah, I understand. And you also 1-2 hours, or what are you going to play there? You? Yeah. No, you. You can play there as much as you want, you know. It's for free, it's open. If you need something or if you... let me know. You have enough practice balls here? Yeah, it's ball. It's right. Free ball. It's free balls, it's and if it flies over, you can always go and collect. Don't worry. Okay. Happens okay. A lot of times. Thank you. Don't worry. Ага. Все, вот тут еще три поля есть. Вот. И вот тут вот такая вот стеночка. Вот. Отлично. Сейчас мы потренируемся. В общем, нормально. Иначе. Надо сейчас поставить чуть-чуть удар, размяться. Вот, в общем, такие тут поляны. Ребят, у меня осталось пару секунд, я вам показываю. Буквально прям все уходит. Заканчивается время, вот такие вот тут поля.
это где-то... Получается, тут 6 полей, еще плюс скрытые. Почти 7 полей. Грунтовые все, конечно, не хард. Хард гораздо лучше. Но мне больше нравится. Вот.